Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Мы продолжаем серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины и История Отечества». Напоминаю, что в течение декабря мы прослушаем с вами 43 лекции от победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Эти лекции соберут для нас большую методическую копилку по работе в области краеведения, и сейчас мы уже приближаемся к половине наших вебинаров. И сегодня, в начале нашего дня, мы с вами отправляемся в Ульяновскую область для того, чтобы пообщаться с победителем из этого региона. Сегодня для нас своим опытом поделится педагог гимназии номер 33 города Ульяновска, учитель истории и обществознания с очень звучной и значимой фамилией для российской истории, Суворова Ирина Николаевна. Не хочу задерживать начало нашего эфира, поэтому с удовольствием передам Ирине Николаевне слово. Здравствуйте еще раз, Ирина Николаевна. Очень рада нашей сегодняшней встрече, и я думаю, что мы можем начинать. Спасибо. Доброго утра всем участникам и организаторам Всероссийского фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Чем больше занимаюсь краеведением, тем больше убеждаюсь, как мало мы знаем о своей Малой Родине. Самое замечательное то, что именно исследовательская деятельность школьников и педагогов часто становится исходным моментом в изучении той или иной темы. Подчас семейные архивы извлекаются на свет по инициативе педагогов. Такие страницы истории пишутся, и хотелось бы, чтобы они иногда даже вошли и на страницу учебников истории. А как это влияет на наших учеников? Поэтому сегодняшнюю тему своего выступления я назвала «Формирование патриотической и краеведческой компетенций средствами школьной музейной педагогики». Я думаю, что меня слышно. Могу начинать? Да, вас отлично слышно. Итак, гражданско-патриотическая компетентность. Новый федеральный государственный образовательный стандарт. И то, чем пользуются учителя истории на уроках, историко-культурный стандарт, нацеливает нас на формирование вот таких компетентностей, как патриотическое воспитание, интернациональное, правовое, сотрудничество как фактор компетентности, нравственное воспитание, истоки народной культуры и, конечно, изучение родного края и малой родины. Мы с вами еще живем в этом непростом году, который, к сожалению, вошел, безусловно, в историю как год 75-летия Великой Победы, но и в другом, не менее приятном событии. А ведь старт этому великому году 75-летия Победы был дан еще в 2018 году. И точно так же, как и все общественные организации, вся страна, так и школа, готовилась к этому событию, к великому дню, к той дню победы, которая наступает каждый год. Я работаю в школе 40 лет. И печально и обидно во многом было работать в школе в 90-е годы, когда нашу историю, историю советского времени, историю 20 века представляли как стремление
ну, как историю болезни, как историю социальную и политическую, которая болела на протяжении всего XX века. Мы очень рады, что мы вышли из этой полосы представлений истории как болезни, и очень рады, что сейчас в нашей стране на государственном уровне была предпринята попытка актуализировать иной подход – политика памяти с целью укрепления прежде всего гражданской идентичности молодежи, как модно сейчас говорить. Это замечательно, потому что наиболее важной темой школьного курса истории в решении задач патриотического самосознания, конечно, является история Великой Отечественной войны, поскольку именно в этот период проявлены самые лучшие качества нашего народа. Раскрыты те потенциалы, которые давали возможности единения в этом огромном многонациональном и поликонфессиональном государстве. Что решающую роль, как бы ни переписывали историю, решающую роль в этой Второй мировой войне, безусловно, сыграл Советский Союз. Безусловно, история нашей войны является полем согласия и единства россиян. Скорее всего, эта тема и эта победа стала тем, что связывает наш народ. То, что делает его единым, неважно, какому поколению ты принадлежишь, по какому принципу мы не разделены, каких мы политических взглядов или национальности и так далее. Но я хочу поделиться той болью, которая, наверное, есть у каждого учителя истории, что количество часов на изучение войны в традиционном варианте, по меткому замечанию, это не моя фраза, а одного из учителей истории, 4 года за 4 урока. Это не просто мало, это преступно мало. Ну, если говорить совсем честно, то 7-10 часов максимум, сколько может выделить программа профильного обучения для изучения 36-46, я специально считала по профильному и по базовому учебнику. Много или мало? Ну, образно, период советской власти 30 часов, 30 уроков. Я начинала в такой школе, в советской школе 30 часов. При том, что с каждым мгновением, ведь наша история растет. В ней появляются новые, интереснейшие факты, цифры, новые герои. Мы же, получается, проходим войну по верхам. Мы изучаем начало, конец, битвы основные, тыл, партизан, международные отношения. А ведь требуется детям дополнительные знания. Им интересно все, и факты, и детали. Это неправда, что дети не интересуются историей. Они с интересом смотрят фильмы, очень часто задают вопросы о форме, технике, быте солдат. Может быть, я взяла на себя слишком много, но будь я министром образования, я вела бы по Великой Отечественной войне или даже, ну, по Второй мировой войне отдельный предмет. История должна стать частью биографии школьника. И я думаю, со мной согласятся все коллеги. И, конечно, все участники фестиваля. Обращаюсь к своему самому любимому историку Василию Осиповичу Ключевскому. У меня на этаже, где кабинет, огромный-огромный его портрет. И я каждое утро, идя к своему кабинету, смотрю на Василия Осиповича, и он дает мне благословение на уроки. Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их действия. Стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее воспроизвести. Возможности учителя, безусловно, огромны. В системе преподавания истории профильной школы социально-гуманитарные модели они есть. Да, у нас есть, повторю, в профильном образовании
есть третий час. Но и он, поверьте, не решает всех тех вопросов, которые хотелось бы осветить. Но есть вторая возможность, о которой я буду сегодня говорить. Если преподаватели считают, что часов недостаточно, то они разворачивают стратегические действия в умах учеников на дополнительных занятиях, викторинах, тематических показах и элективных курсах. Не случайно в своем вступлении я спросила, задала риторический вопрос, как влияют вот те исследовательские работы, с которыми занимается учитель с учеником, на самих учеников. Вот сегодня часть своего материала будет посвящена так называемой музейной педагогике. Музейная педагогика не нова, как считают многие. В XIX веке прибегали уже многие педагоги к услугам этой стороне деятельности. Музейная педагогика сейчас является и наукой, и сферой практической образовательной деятельности. Посмотрите, здесь высказывания ученых разных стран и разного периода. Они говорят о том, что ни о какой новизне музейной педагогики нет. Другое дело, что к ней чаще стали обращаться. Я же хочу говорить с вами о школьной музейной педагогике. Что несет школьная музейная педагогика? Нашему музею, школьному музею, 14 лет. 14 лет я руковожу этим музеем. Это вот фотографии первых лет, когда еще у нас не было постоянного стабильного помещения и были вот такие баннеры по маленькому помещению. Сейчас у нас несколько иной музей с несколько иными стендами. Что дает школьная музейная педагогика? На мой взгляд, она может ликвидировать те пробелы, который существует на уроках, или то, чего не хватает нам на урок. Она дает широчайшее поле деятельности. Это не обязательно только музей школы. Это может быть любые темы, которые интересны ученикам. Происходит именно здесь, на музейных уроках изучение истории края, который выходит далеко за рамки школьного учебника, и истории, и краеведения. Именно школьный музей рождает удивительные исследовательские проекты, которые сами становятся и открывают эти проекты источником изучения той или иной темы в регионе. Школьный учитель со своими учениками рождает проект, который становится началом исследования ученых региона. И, конечно, мы с вами взрослые люди, а дети – они часто, им интересно то, что рядом, что действительно было вот здесь. Когда я начинаю им рассказывать про историю, как возникла Америка как государство, да, конечно, интересно. Но вы можете представить, насколько интересно, когда им говоришь, вот, что вот в километре от нашей школы происходили эти события. Что вот первая встреча, одна из там, поход, например, Ивана Грозного, один из походов Ивана IV, пока не Грозного, проходил по нашей земле, по будущей Ульяновской Симбирской земле, когда он шел брать Казань. Вот там-то, там-то, надо же, а здесь моя бабушка живет, а вот рядышком мой дядя живет. Да, оказывается, вот здесь шел Иван Грозный. Или вот здесь состоялась встреча, одна из встреч, когда шли монголо-татары во главе Джебе и Субедеем на Волжскую Булгарию. Оказывается, вот здесь у деревни Андреевка произошла. Вот совсем сядьте на маршрутку, и через полчаса вы будете около этого места. Это интересно. Это вызывает живой отклик. Я вот этой схемой хочу вам показать, дорогие коллеги и участники фестиваля, какие объекты, источники информации задействовали на протяжении 14 лет существования музея мы с ребятами. Вот могу сказать, да, где-то мы встречаем, возможно, не совсем понимание. Где-то мы встречаем, ну, стену некую, да, но нет такой стены, которой не пробил бы учитель, который вперед выставил своих учеников. Дети, они обезоруживают любого чиновника, любого ранга.
Вот работая с нашими, у нас 7 больших тем за 14 лет прошло. Я сегодня на самых интересных остановлюсь и скажу, какими путями мы шли и что в итоге мы получили. Посмотрите, практически везде прием был замечательный. На просьбы детей, на вопросы детей откликались и региональные, муниципальные органы власти и управления, государственные и частные музеи. Архивы, если не считать, конечно, еще закрыты и засекречены информацией. Библиотеки и фонды, ну, мультимедиа это безусловно. Краеведы, которые могли делиться и делиться своими наработками. Я буду говорить про один внешний источник, который нам пришлось воспользоваться в ходе нашего исследовательского проекта. Это семейные фонды, которые достают. Это материалы устной истории, которые последние 20-30 лет очень популярны. И общественные организации. Ну, еще могла бы здесь вот нужно, может быть, да, епархия, церкви, кирхи. У нас огромная кирха в центре города, да, мы с ними работали. Они тоже всегда с удовольствием откликаются и идут на работу ребят и на исследовательские проекты. Итак, за 14 лет музейной педагогики мы где-то полностью, где-то частично работаем с 7 музейными проектами. Проекты, которые называются одним большим словом «Жива в человеке память», но вот эти проекты – это не одно поколение учеников, это уже 6 поколений моих музейщиков. В основном я начинаю работать с ребятами-музейщиками с 7 класса, и до 11 класса работаю, не только с теми, у которых веду, но привлекаю многих ребят, школы, кто готов сотрудничать и работать. У меня есть электив «Музейное дело». Это 2 урока в неделю. Один урок, когда мы работаем вместе всей группой. Один урок – это индивидуальные консультации, которые я провожу с ребятами по теме их исследований. Я остановлюсь сегодня на особо интересных для того, чтобы показать коллегам, каким образом разворачивается тот или иной проект и какие компетенции получают ребята, работая с данными проектами. И что в итоге мы получаем. Итак, первый проект, который сразу запустился, как только мы задумали создать музей, это «Человек-учитель-воин». Вот на этой фотографии наш бывший директор Прокофьев Николай Михайлович, и слева от него пожилой человек, это легенда 33-й нашей школы, а потом и гимназии. Это как раз момент открытия музея, когда перевязается ленточка. Это учитель физкультуры, ветеран Великой Отечественной войны, который отдал нашей школе более 30 лет. Балашов Иван Дмитриевич. Ныне он покойный. Вот сбор материала об этом человеке, который ушел от нас в 2008 году, это был первый исследовательский проект. Вот хотелось бы сказать, что именно Иван Дмитриевич был инициатором велосипедных походов по родному краю. Они эти походы пытались позже восстанавливать учителя физкультуры, но не всегда это получается. Нынешние дети и ученики, это наша школа, вот на фоне школы велосипеды стоят. Это был запущен проект Иваном Дмитриевичем, тогда это не называлось словом проект. Они объезжали с ребятами, естественно, с ночевкой, естественно, что на несколько дней на велосипедах. Они путешествовали по Ульяновской области и ухаживали за заброшенными могилами солдат в различных районах города. Вы видите вот цветы, которые клались на эти могилы, там еще палатки у каждого, рюкзаки. Это был изумительный начало. Его вспоминают все наши выпускники, которые с Иваном Дмитриевичем работали, как с учителем физкультуры. Вот это наш человек. У нас посвящен большой стенд.
ему и его деятельности в школе. И Иван Дмитриевич не только потрясающий учитель физкультуры, но еще и поэт, он и писатель, он и художник. Вот это последняя встреча членов Совета музея с Иваном Дмитриевичем и с его супругой. С супругой мы до сих пор поддерживаем добрые отношения, а Иван Дмитриевич ушел 28 мая, а мы на 9 мая приходили его поздравлять. Вот теперь, кроме сбора материалов, какую задачу поставили музей? Надо имя этого человека, безусловно, оставить в памяти школы. И поэтому музей развернул работу по установлению мемориальной доски Балашову Ивану Дмитриевичу. Мы стучались в разные инстанции. Мы открыли сбор средств выпускников. И в итоге на нашей школе висит мемориальная доска замечательному педагогу, ветерану войны. А следующая часть нашей работы заключалась в том, что мы с ребятами решили внести имя Ивана Дмитриевича в золотую книгу почета города Ульяновска, что давало его вдове не только увековечить память человека, но и давало его вдове определенные пенсионные льготы. Мы обратились в городскую думу Ульяновска. Мы выступали с ребятами на заседании городской думы. Но мы смогли убедить депутатов в необходимости сделать это, потому что вклад этого замечательного педагога в развитие спорта Ульяновской области был очень велик. Именно он был организатором соревнований по гимнастике. Наша школа 23 года подряд была победителем легкоатлетической эстафеты, это ежегодная традиционная эстафета на приз газеты «Ульяновская правда». И мы добились этого в 2009 году. Вот этот диплом был вручен его вдове и его дочерям, его вдове Ивана Дмитриевича и его дочерям. Вот в этой работе, посмотрите, приняло участие вот этот кружочек с цифрой, означает, сколько ребят были задействованы в работе над этим проектом. Сейчас эти ребята уже, вот этим ребятам, уже по 30 лет. И встречаясь, они вспоминают эту страницу их школьной жизни, безусловно, тоже. Еще следующий проект, который связан с первым очень тесно. Проект, который, как ни странно, вызвал много затруднений, от чего я не ожидала. Может быть, кто-то из вас уже с этим столкнулся. Мы задали вопрос, а были ли в нашей школе выпускники, которые участвовали в локальных войнах и конфликтах 20 века? Информации в школе, которая существует с 54 года, существует школа, не было, никто не знал. Есть у нас участники локальных конфликтов. Вот. Не только Афганистан, не только Чечня, но и события в Чехословакии, в Венгрии. В итоге ответ был, не знаем, даже ветераны, даже наши учителя. Ветеран у нас их 36, и все они опекаются нашим музеем. Они этого не знали. Мы пошли в военкомат. Это организация, которая как бы хотела и должна была нам помочь. С чем мы столкнулись? В военкомате есть все по тем, кто был взят в Чечню и так далее, и так далее, и тому подобное. Но нету номера школы, который закончил тот или иной участник этих событий. Стоит, получил среднее образование, поступил в автомеханический техникум, поступил в книжный техникум, поступил в вуз, и нету названия школы. Это осложняло нашу работу. Тем не менее, мы смогли установить. Ребятам было безумно интересно заниматься этой работой. И когда они, вот странная такая метаморфоза, они так радовались, что они нашли имя молодого человека, который так и остался молодым человеком. Потому что родился этот молодой человек в 63-м году, а погиб он в 82-м. И как, 82-м. И когда я говорю «Александр Владимирович», живая еще мама Александра Владимировича говорит, Ирина Николаевна, он Саша, он был, есть и остается Сашей для нас.
Итак, Несин Александр Владимирович, наш выпускник, который погиб в Афганистане. Никто в школе об этом, вот так вышло, уехала семья, уехала далеко от нашей школы, и до учителей, и до коллектива не дошла его эти печальные трагические события. И мы были горды тем, что мы нашли этого молодого, имя этого молодого человека. Мы нашли его семью, его сестер, и сестру, его братьев, его маму. И благодаря вот этому появилась тема. Выпускники 33-й школы, участники локальных войн и конфликтов 20 века. Вы уже видели эту мемориальную доску, я о ней рассказала. А вот теперь рядом с доской, по инициативе музея, рядом с доской учителя Ивана Дмитриевича появилась мемориальная доска его ученику. Саша учился у Ивана Дмитриевича, Несину Александру Владимировичу. И вы видели фотографии с митинга «Реквием», посвященные открытию этой мемориальной доски. Музей выступил с инициативой открытия мемориальной доски. Нам очень помогли в этом. Очень. Они взяли на себя изготовление этой доски. Это общество, братство тех, кто служил в Афганистане и в Чечне. Они эту доску сделали сами. Мы лишь выступили инициаторами того, чтобы она у нас появилась. Кроме этого, работа продолжалась. И в продолжении работы мы нашли еще четверых участников. У нас не оказалось участников чехословацких и венгерских событий. А вот участники афганской кампании и чеченской у нас нашлись. Один из них не захотел с нами работать. 17 человек, посмотрите, вот здесь вы видите, 17 человек в кружочке работали с этой темой. И что особенно приятно, что одна из девочек только благодаря этой работе, участию в этом проекте, выбрала профессию историка, и сейчас она является, уже будучи взрослым человеком, закончила исторический факультет и работала над сборником, который вышел, большой сборник, большое количество книг. Это ульяновские, те участники афганских событий, которые прошли в Ульяновской области находились. Она была одним из составителей этого сборника и сказала, что огромный потенциал она вот нашла именно в этой работе, которую тоже проводила. Следующей темой, пожалуй, самой мощной темой, я имею в виду по количеству участников, это два выпуска работали с этой темой. Это «В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя». Посвящена эта тема одной из старейших улиц нашего района, а мы, наша школа находится, гимназия, в Засвияжском районе. Вы знаете о том, что Ульяновск стоит на великой русской реке Волге, но параллельно ей, это удивительно, течет река Свияга. Кстати, Свияга впадает в Волгу, но между тем они текут параллельно. Только одна течет слева направо, а другая справа налево. Вот наш район находится за рекой Свиягой, и поэтому называется Засвияжский район. Однажды у нас была в школе болгарская делегация, и вот представитель этой делегации называл наш район Завияжским. То есть СВ у них нет сочетания, вот я все вспоминаю, Завияжский район, Засвияжский район. И вот улица Автозаводская, одна из старейших улиц нашего района. А наша гимназия стоит буквально в 200 метрах от вот этой улицы. 41 ребенок участвовали у меня от 7 до 11 класса в этом проекте. Почему родилась эта тема? Я объясняю. Потому что улица должна была подвергнуться реновации. Перед вами мы ходили, в городскую думу. Мы связались с архитектурным управлением и выяснили, что вскоре от улицы Автозаводской, от ее старых двухэтажных маленьких домов немного останется. И нам надо было успеть до того, как программа реновации включится в действие, оставить хотя бы на фотографиях, в видео, в исследованиях те улочки, те домики, тех жителей, которые изначально жили на этой улице. То есть реновация, близость к нашей школе, местоположение. Многие ученики у нас живут на этой улице.
И эта улица напрямую, появление, связана с темой Великой Отечественной войны. Потому что улица появилась благодаря эвакуации завода имени Лихачева, Московского завода, вот сюда к нам. Именно здесь решено было построить корпуса нового завода, которые должны были дать фронту автомобили, грузовые автомобили. По образцу американских студебекеров был сделана модель ЗИС-5, который активно использовался во время войны. Вот все это побудило нас сохранить историю улицы, написать историю улицы, которой нету. История улицы не написана, ее не было. И назвали мы ее вот так, по-родному, потому что улица одна из любимых. Я знаю, что в Москве есть улица Автозаводская, а мы называем ее, хотя это неправильное ударение, Автозаводская. Мы нашли уникальные фотографии. Посмотрите, это вот эта улица. Красным я пометила. Это вот те бруски, которые были вбиты для определения самой улицы. Это 43-й год. Еще нет улицы. Первой постройки на первой площадке, как она называлась, даже нет названий улиц. Да? Первые лишь постройки. Мы нашли эти документы в архиве новейшей истории, куда нас с удовольствием пустили. Вот эти фотографии, первые корпуса бараков, где жили заводчане. Больница, которая была построена для заводчан. Здание ТЭЦ, которое должно было снабжать теплом не только завод, но и улицы, ближайшую улицу. Это дом, где я родилась, я тоже родилась на улице Автозаводской. Это дом, где я жила, когда была маленькой, тоже Автозаводской. Вот так вот начиналось строительство улицы. Мы нашли, обходя улицу, тех, кто ее строил, тех, кто поселился, тех, кто всю жизнь живет на этой улице. Ребята с удовольствием узнавали дома, где сейчас, мимо которых они ходят. Этого памятника нет, мы нашли место его расположения, где он был в те далекие послевоенные и военные годы. Это один из эпизодов нашего исследования. Мы были в музее Ульяновского автомобильного завода. История УАЗ, знаменитые УАЗики. Директор этого музея показал ребятам все, что можно было показать. Огромный материал мы получили из этих источников. Мы составили карту схемы улицы Автозаводской, мы составили макет улицы Автозаводской, он огромный, это мы в музее, это на полу в музее, и разделились группами, посмотрите, по этим улицам, да, по домам. Каждый брал себе домик, каждая группа брала домик. Каждому группе был прикреплен родитель. Я не разрешала ребятам ходить одним по улицам, домам и квартирам, только с родителями. Вот эти три больших дома – это то, что мы уже не успели запечатлеть. Реновация снесла несколько домов на улице Автозаводской или Автозаводской, и были построены уже новые девятиэтажки. Все остальные дома мы сумели запечатлеть на фотографиях и на видео. Потом вот эти группы ребят, которые вы видите, они пошли по подъездам, пошли по домам, по своим квартирам, интервью. Мы нашли очень много людей, которые пускали, были, которые не пускали, выходили на улицу. Но мы собрали большой материал, где рассказывается о том, как создавалась эта улица. Это группы ребят, которые ходили по людям. Мы были в архиве, это архив, куда нас пустили и дали вам возможность познакомиться со многими важными документами, ксерокопии документов у нас есть. Затем мы работали с библиотеками, с мультимедийными различными источниками. А вот этот прием я хочу вам показать, коллеги, который срабатывает великолепно. С удовольствием с ним знакомиться. Мы же о результатах своей работы затем на классных часах рассказываем ребятам в школе. Посмотрите, как срабатывает прием. Сначала показываешь, что было, а потом показываешь, что стало сейчас. Современные фотографии. Это вызывает большой интерес у ребят. Тоже один из приемов. Вот современная. Вот что было. Современное, вот что было. Я хорошо помню вот этот универмаг, куда мы ходили. В итоге работы
такого большого количества ребят стал буклет. Буклет с тем же названием, что и название проекта. Благодаря этой работе мы выиграли грант, и на 50 тысяч рублей, которые мы получили, мы издали этот буклет. Социальная значимость проекта, я уже не говорю, вы ее прекрасно понимаете. Это вклад в историю края. Появилась книга, где есть история улицы Автозаводской. Это был замечательный опыт проектно-исследовательской деятельности для многих детей. Это формировало интерес к истории родного края. В конце концов, благодаря жителям произошло пополнение библиотечного фонда. Мы книги раздали всем библиотекам города. Мы подарили всем тем, кто нам помогал, этот буклет. Там есть и их фотографии, и их воспоминания. И что всегда важно, мы нашли новую тему. Тема новой темы вышла из предыдущей, из работы с историей улицы Автозаводской. Тема называется «Немецкие военнопленные в Ульяновске в 43-48 году». Вы спросите, а при чем тут улица и при чем тут немцы? Да потому что многие старожилы улицы, которые рассказывали ребятам о том, как возникла улица, говорили о том, что наш дом, вот этот дом, где мы сейчас, ребята, с вами находимся, его строили немецкие военнопленные. А откуда они взялись, ульяновские? Где они жили? Где находилось место их пребывания? Сколько их было? Это стало новой темой исследования. Я как историк и как уже, в общем-то, немолодой педагог, прекрасно понимала, что, возможно, беру на себя слишком большой груз ответственности, что я запускаю проект, который может разочаровать, который может, ну, даже я не знаю, какое слово сказать, не нахожу, который может испугать. Вышло так, как я и думала, но нисколько не жалею о том, что мы этот проект запустили. Итак, тема называлась «Немецкие военнопленные в Ульяновске». Почему мы взялись за эту тему? Близость объекта. То есть где-то здесь, вот тут жили эти немецкие военнопленные. Это неизвестные факты вообще. То есть когда мы начали работу, практически никто, единицы, вот только свидетели говорили, вот здесь недалеко был их лагерь, они вот где-то здесь недалеко расселялись, вот здесь был вот такой большой забор, натянутый проволокой, их туда водили в конце рабочего дня немцев. Огромный интерес, ребят. Они сами говорили, а давайте заниматься этой темой. Мы занимались Автозаводской, давайте еще дальше, давайте немцев попробуем. Ну и, конечно, источники-то разнообразные, с ними надо и нужно работать. И вот так мы пришли к теме. А ведь вот начало всему было даже не то, что мы стали разговаривать со старожилами, они нам говорили про немцев, а вот эта фотография. Когда мы нашли эту фотографию, это строительство вот той самой ТЭЦ, которую я вам показала, в ее котлован копали вручную, естественно. И вот, рассматривая фотографию, ребята сказали: Ирина Николаевна, это ведь не наши копают, это военнопленные немецкие копают. Я говорю: а почему вы так решили? А посмотрите, одежда, посмотрите, если близко приблизить. На самом деле так оказалось. Это немецкие военнопленные из лагеря номер 215. Как оказалось, которые находятся всего лишь в 800 метрах от нашей школы. Ясно, что школ тогда не было нашей, безусловно. Но сейчас, если ориентировочно смотреть, от нашей школы до предполагаемого места этого лагеря, это всего 4-5 минут спокойной ходьбы. Лагерь 215, который существовал с 43-го. По 48-й год. Трудно было найти факты. Очень трудно. Тем не менее, я вам не рассказываю огромный объем, который мы собрали. У нас большая написанная работа. Мы выступали с этой работой в Москве на всероссийском конкурсе «Родина». Мы получили первый приз за эту исследовательскую работу. Я вам лишь отдельные интереснейшие факты, сколько можно было найти. За 4 года, проведенных в том лагере, из 2400 военнопленных выжило на 48-й год
только 400. Была за это время, это тоже уникальный материал, всего лишь одна попытка побега. Это на стройплощадке сталь-конструкции. Безоружный молодой парень, немец, напал на часового. Конечно, его застрелили, хоронили, убитого с почестями весь лагерь. Это маленькие факты. Вы спросите, где мы обнаружили? А мы нашли дочь одного из охранников этого лагеря. И она нам подарила уникальный документ. Отец вел дневник тихо, тайно. Каждый день, приходя домой, он записывал, что происходило в лагере. У нас есть несколько бесценных страниц ксерокопированных дневника этого лагеря, ввиду которой был свидетелем того, что происходило. Мы узнали, что день в лагере начинался в 6 часов утра. Мы, например, узнали, что немцы даже в плену соблюдали жесткую иерархию. Выделялись электрики, кровельщики и так далее. Для них были отдельные полки, пайки. Ценились врачи, переводчики, санитары. В лагере был порядок. В лагере был порядок. И вот вопрос, который очень заинтересовал моих учеников. А как относились жители Засвияжского района, живущие здесь, вновь построенных домах и в бараках многочисленных по всей площадке, вот тем, что здесь сидят немцы? Во многом те, кто стрелял в их близких и родных и убивал их. В начале отношений мы выяснили этот вопрос. То, что общаться с пленными запрещено, помогать нельзя, это однозначно. Но мы выяснили вопрос, что русский человек – это уникальный человек. Победители и побежденные. Победители, которые должны проклинать побежденных, начали им помогать. Наблюдалось, мы нашли материалы об этом, что наши женщины, которые сами с трудом находили возможность кормить свою семью и своих детей, варили несколько картошин и носили им немцам. Куски хлеба. Почему? Зачем? Жалко. Вот это необъяснимая русская душа. Современные дети, когда мы рассказывали об этом материале, плакали и удивлялись. Это как же это можно было врагам, которые столько сделали бед и доставили проблем стране, как их можно жалеть? И сами же отвечали, потому что перед ними были не военные, уже не враги, а были люди, которые испытывали те же тяжелейшие проблемы, находились в еще более тяжелых условиях, чем они. И жалели, и помогали. И, наконец, я, наверное, сейчас удивлю вас, но ведь эти немецкие военнопленные приезжали в Ульяновск. И мы нашли об этом материал. Они в 96-м году, вот они в светлых плащах, посмотрите, да, со своими супругами, со своими детьми, приезжали в Ульяновск для того, чтобы поклониться тому месту, где они хоронили, где были захоронены их друзья и товарищи, которые остались лежать здесь, 2000 человек. Мы узнали, где захоронены их друзья и товарищи. Часть из них по ошибке были захоронены на Покровском погосте в центре нашего города. Затем власти сказали хоронить немецких военнопленных вместе с советскими людьми запрещено. И поэтому их могилы как раз в нашем Засвияжском районе, недалеко от современного трампарка, были захоронены. Мы нашли места предполагаемых захоронений. Естественно, там нет указателей на то, что это могилы немецких военнопленных. Но старожилы сказали, что именно сюда вывозили немецких военнопленных и хоронили. Вот эти вот пожилые люди в 96-м году побывали в нашем городе. Побывали в музее автомобильного завода и встречались с теми, кто в то время жил на улице Автозаводской, и их подкармливал. Мы нашли дочь вот этой женщины, Лельковой Тамары Владимировны, которая тоже рассказала нам историю о том, как немцы помогли Татьяне Владимировне в то далекое, непростое время.
Знаете, как ребята назвали потом эту тему? Они не стали выступать с темой «Немецкие военнопленные». Они назвали работу «Свои чужие». Собрав огромный материал, собрав много сведений, мы пришли к выводу, что советские граждане проявляли высочайший гуманизм в отношении бывшего врага и изменили название темы. 27 ребят работали с этой темой. 27 человек. Это старшеклассники 10-11 класс. А дальше нам не дали. Нам не дали открыть архивы, где есть материал по лагерю. Нам дали только архив Ульяновского автомобильного завода. Немцы привлекались на работу на заводе. Они привлекались на работе на моторном заводе. Они работали в городе Инзе в Ульяновской области. Мы нашли места, где использовались немецкие военнопленные. Не только лагерь 215 в Засвияжском районе, но дальше нам не дали. Не дали, хотя у нас были потрясающие задумки. В 2013 году в наш город, а Ульяновск побратим немецкому городу Крефельд, приезжал уполномоченный из посольства Федеративной Республики Германии. Посмотрите, он находится в нашем музее. И члены совета музея, девочки мои, провели экскурсию им на немецком языке по музею. И они выразили желание помочь нам в этой теме. Разыскать, если уж не самих военнопленных бывших, то хотя бы членов их семей, которые живут сейчас в Федеративной Республике Германии. Появилось вот это письмо от Карстена Хайнца, это уполномоченный по Ульяновской области. Он живет в Москве, мы с ним начали работу, появилось письмо, я писала несколько писем, но, к сожалению, санкции сыграли свою роль. Закрытые архивы, которых нам не дали, ну и сопротивление некоторых структур города Ульяновска, к сожалению, закрыли нам возможность в дальнейшем работать с этой темой. Но опять же говорю, мы нашли в Германии общество, которое поставили памятник, вот он, да, это из немецкой газеты, но мы нашли этот памятник. 2000 немецким военнопленным, которые погибли в лагере номер 215 в Ульяновске. У немцев наш город называется Ульяновск на Волге. Видимо, по аналогии с Ростовом-на-Дону. Ульяновск на Волге. В Западной Германии стоит этот памятник. И рядом с памятником посажена аллея из 2000 тополей. 2000 немецких военнопленных. Мы нашли человека, который смог съездить в Германию, родственница одного из них, и передать им наши изыскания. Ну, я закончу с той темой. Я не могу сказать, что мы закрыли ее полностью. Я тоже ездила в Германию в прошлом году. Я попыталась в ноябре месяце. Я попыталась через немецкие власти выйти на связь. Мы нашли те города, где жили эти немецкие военнопленные, но, к сожалению, у меня тоже ничего не получилось. Следующей темой нашей работы, нашего проекта – Гомель, Ульяновск, города-побратимы. Беларусь, Республика Беларусь и Россия. Проекту 5 лет, 5 лет проекту. Вначале мы решили действовать так. Найти 33-ю школу Гомеля. Вот мне пришла идея. Есть 33-я в Гомеле? Город-то небольшой. А вот есть там 33-я? Мы тоже 33-я. Вы знаете, она есть. Я написала. И буквально через несколько дней мне пришел ответ из 33-й школы города Гомеля, что они готовы начать с нами определенные сотрудничества. Первое, что мы положили в основу, это история школ. История города Ульяновска и Гомеля, и главное, что нас связало, это история 11-й армии, которая в 43-м году освободила Гомель от фашистов. А вы знаете о том, что в 11-й армии
было большое количество ульяновцев. Часть ее комплектовалась именно в нашем городе и области. А поэтому есть первые точки соприкосновения. И у нас начались личные контакты. Вот благодаря наличию у нас вот такого помещения в гимназии, у нас есть возможности связаться по различным каналам с различными странами. Мы проводили из Германии телемосты. Мы проводили несколько телемостов с Республикой Беларусь. Там на телевизоре вы видите, и вот на этом большом экране, Белоруссия. Это 33-я школа Гомеля. Первый мост мы провели в ноябре 2015 года, где рассказали об истории 11-й армии, и ребята Беларуси в Гомеле рассказывали об освобождении 11-й армии и города. А потом мы поехали в Беларусь. Это было 16-й год. Обратите внимание на дату. 22 июня. Мы с ребятами, нас ездила я и 18 моих музейщиков, мы были на реконструкции Брестской битвы в 22 июня 16 года. В 4 часа утра мы находились и смотрели, что происходило в тот далекий 41 год. Мы стояли в 5 метрах от польской границы нынешней. Мы видели реконструкцию. Не поверьте, наши якобы жесткие нынешние, не интересующиеся, дети, воспитанные гаджетами, они рыдали, когда из стен барака, из стен крепости с белым флагом выходили женщины и дети, жены и дети служащих в Брестской крепости. И как фашисты расстреливали их, идущие с белым флагом. Дети понимали, что это реконструкция, что это актеры. Приехали в этот год 101 команда реконструкторов из Израиля, из Америки, из Германии, из России, из Беларуси, с Украины и так далее. Что это актеры, это просто любители. Они рыдали. Летали самолеты, танки. Мы видели то, что мы видели. Это такое воспитательно-образовательный и мудрый момент. Ребят, конечно, вот я до сих пор вспоминаю с содроганием то, что мы видели. Мы проехали по всей Беларуси, по всей, с запада на восток. Это сзади этой стелы, это моя группа ребят. И ребята в зеленом, это ребята, которые стоят около этого постамента. Вот там сзади. Это детский концлагерь Азаричи. Детский концлагерь, где дети от 7 до 12 лет содержались в медицинских целях. А еще мы были в одном детском лагере, где содержались дети от 3 до 7 лет. У них брали кровь для немецких солдат. В этом лагере без слез вообще по этому лагерю пройти было нельзя. Это место, где началась операция «Багратион». Это необыкновенно показательно, это необыкновенно информативно для старшеклассников. Это те командующие, которые участвовали, их фигуры. Нам устроили, посмотрите, какой замечательный праздник для ребят, которые в этой программе были задействованы. Это сам Минск, потрясающий музей Великой Отечественной войны. Потрясающий музей. С нами были, с нашей группой были еще ребята из военных училищ. И вот в такой вот у нас, мы помним и гордимся, вот такие у нас были бейсболки и галстуки. Мы все должны были носить, вот я там иду, точно так же носить вот такой вот символ. И, наконец, мы добрались до города Гомель. И мы встретились с нашими гомельскими друзьями. Вот это мои ребята и ребята, это было лето, это был июнь, конец июня, это июнь, начало июля, мы долго путешествовали, да, ну, конец здесь был, мы приехали в начале города. И посмотрите, какая замечательная была встреча. Мы побывали в их музее, в школе есть музей войны, мы побывали в музее. У нас образовалась дружба, личные контакты ребят и даже одно чувство между мальчиком и девочкой. Я завершаю. Это не последние
наш проект. Я очень люблю свой музей. Я очень люблю своих учеников. И всегда им говорю словами своего любимого, одного из любимых моих писателей, Харуки Мураками. Время проходит. Вот в чем беда. Прошлое растет, а будущее сокращается. Все меньше шансов что-нибудь сделать. И все обиднее за то, чего не успел. Дорогие коллеги, я желаю вам успеть как можно больше. Берегите себя. Ирина Николаевна, не скрываю, могу сказать, что практически всю беседу у меня были мурашки по всему телу. Спасибо вам большое и за вашу работу, и за работу ваших учеников. Добавить действительно нечего. Все, о чем вы говорили, это удивительная работа, которая, я представляю, сколько может занимать времени, сколько занимает сил, и, возможно, она, наверное, только в случае действительной увлеченности и любви к своему делу. Большое вам за это спасибо. И все-таки хотелось бы, наверное, поднять такой вопрос именно по проекту, о котором вы говорили в конце, о проекте, как мне показалось, наверное, самому сложному и при этом самому интересному. Действительно, есть в Москве улица Автозаводская, тоже я ее, когда приезжала в Москву, называла Автозаводская. Расскажите, пожалуйста, все-таки тема военнопленных, она в принципе является достаточно сложной, тем более, когда она касается фашистских военнопленных. Подскажите, как к этому относятся дети? Все-таки принято у нас считать, что дети не все темы способны понимать, но я понимаю, что работа проводилась вместе с ними, и, значит, отношение у них было верное. Расскажите, были ли какие-то сложности в первое время вот в понимании и осознании, и как, в принципе, ребята относились к теме, ну вот к теме, которую вы исследовали? Алина, то есть вывели на тему они сами меня. Вы же понимаете, что мы взрослые, не пошли бы сами с инициативой, понимая, что нас ждет в дальнейшем. Но настаивали они. И вы абсолютно правы, вначале они совершенно отрицательно относились к немецким военнопленным. Да? Деформация взглядов произошла в процессе работы. То есть им тоже, как и простым людям, было жалко этих людей, которые вот волей судеб оказались вот в таких обстоятельствах, да? Но при этом жалости к фашистам, как к воинам, не было. Они прекрасно понимали, да, где мухи, а где котлеты. Это они разделили очень четко. Не забывайте, я же вам сказала, что здесь были только 10-11 класс. То есть те, с кем я могу уже говорить на равных, да, на равных абсолютно. Зато возрос интерес к Германии. У меня несколько ребят уехали учиться в Германию, потому что приходилось, я вам говорила, вести на немецком языке экскурсию. Представляете, получасовая экскурсия, две девочки для немецкого вот уполномоченного и посольства представителей вели на немецком языке. Это тоже ведь сторона работы, да? Это тоже сторона нашей работы, да? Когда мы на немецком прописывали всю нашу экскурсию. Вот для меня, для учителя важно, что, во-первых, дети работают с огромным интересом с темой, да? Им интересно все, что находится в своей области. Во-вторых, что все-таки сознание ребят, оно верное. Война – это враг. Убивает он враг. А здесь гуманизм. Ну, никуда мы с вами не уйдем от того, что военнопленные по конвенции не должны подвергаться тому, чего подвергаются те, кто находится на фронте. Мы это с вами, как историки, превосходно знаем, правильно? И поэтому, когда я говорила, ребята, а как вы относитесь, что вот русские женщины брали эти 2-3 картошки от своих детей, которые нам же рассказывают эти бабушки, которые их же и кормили, и несли это немцам. И наши солдаты, кто охраняли этот лагерь, закрывали глаза на то, что они им бросали эти картошку, этот хлеб, да, и те ели. Они говорили, и мы пошли и сделали. Это уже не враги, это люди, которые нуждаются.
это люди больные, это люди, которые испытывают еще большие трудности. Поэтому, повторяю вам, это боль моя тема, она не завершена, она не закончена. В ней много многоточий, а не точек. Там нет восклицательных знаков, там только вопросительные знаки. Но могу вам честно сказать, нам власти запретили это делать. Эту тему нам запретили делать. Был важный звонок, как мне сказали, из правительства, и нам сказали, что не стоит больше заниматься этой темой. Совет ветеранов очень обидно считает, что мы изучаем вот эту тему, хотя мы не меньше, как вы поняли, изучаем тему Великой Отечественной войны и участие нашего народа в этой войне. Да? Но вот так вот. Вот такая вот тема боль. Она не завершена у меня. Ну да, действительно, стоит сказать, что темы, которым, которым посвящены ваши исследования, они очень широкие, и это тоже очень важно, что у ребят есть возможность посмотреть на тему Великой Отечественной войны с разных углов, и то, что у них есть возможность самостоятельно выбрать тему, которая им интересна, которая им близка. То есть здесь, наверное, в любых исследованиях очень важна, кроме наставника, очень важна самостоятельность и понимание того, что они сами могут выбирать, они могут двигаться в выбранном ими направлением, и им обязательно в этих вопросах помогут. Спасибо вам за это большое. Скажите, еще одна тема, которую мы, конечно, не можем не осветить. Нынешний год, последние как минимум 10 месяцев у нас были, прошли под эгидой тему пандемии, и все-таки для многих исследователей, для многих исследовательских работ она сыграла свою роль. Здесь и доступ к архивам, здесь и доступ в музей. Расскажите, повлияла ли как-то пандемия, самоизоляция на вашу работу? Может быть, появились какие-то новые инструменты, о которых стоит сказать? Да, Далин, мы вынуждены были выходить на другой уровень работы. У нас закрыты все архивы. Все архивы, в том числе и архив новейшей истории, откуда мы черпаем информацию. У нас закрыты многие музеи для посещения. У нас даже закрыт наш школьный музей для посещения. У меня сейчас первоклассники рвутся в музей, экскурсоводы готовы работать. Но вы понимаете, что такое собрать в небольшом помещении 30 детей? Мне этого нельзя делать, да? Поэтому откладываем. А вы знаете, как я решила в этом году, вот по крайней мере, вот в это полугодие, вот в первое полугодие, ведь есть темы, которые находятся рядом. Меня все спрашивают, вы где берете темы такие интересные? Да не надо их брать. Я всегда говорю, а чего их брать-то? Они есть. Вы только посмотрите вокруг, и вы их найдете. Правда ведь? Я ведь дальше километра от школы никуда не отошла, Алин. Понимаете? Никуда дальше не отошла. Автозаводская 300 метров. Лагерь 215, 800 метров, правда? Вот наше. Единственное, мы в Беларусь отправились, вот, да? Вот это вот было исследование той республики, да? Но в остальном все рядом. Что мы решили? У нас ушло поколение учителей, когда я пришла работать в школу, они ушли, и многие из них уходят, уже уходят, окончательно уходят, да? И мы вот решили в это полугодие, каждый ребенок получил задание. Одно из средств, вы знаете, исследовательской работы – это интервьюирование. А это искусство взять интервью, понимаете? Это искусство, как оказалось, да? Подумаешь написать вопрос, сказали мне. А вы знаете, вот месяц только с каждым ребенком я работала по формированию вопросов, чтобы не обидеть, для того, чтобы не задеть человека, чтобы раскрыть самую сущность вопросов. И мы придумали тему. Например, хочу петь в хоре. У нас есть хор первоклассников, но у нас первым классом заканчивается хор. Дальше учителя музыки не работают с хорами. Мы нашли тему «Хочу петь в хоре». И ребенок, который работает с учителями музыки, должен был составить вопрос по тому, вы знаете о том, что в 33-й всегда были потрясающие хоры. Потрясающие хоры были, да, маленькие, средние, старшие. Почему бы сейчас не воскресить хор? Вот с этими вопросами они обратились, взяли интервью, и у нас теперь огромная папка сейчас пополняется в школе, эта работа сейчас идет, они делают как будто газетную статью. То есть вот дайте мне страницу из газеты,
с интервью, где фотографии учителя, заставка, информация об учителе и вопрос-ответ традиционной газеты. Мы пишем свою газету, новый формат, правильно? У нас будет сборник газет. Учителя, например, учитель есть русского языка, который уже 40 лет работает в школе. Какими были учителя в школе, не в гимназии, а учителя русского языка и литературы? Только она может, она с ними работала, да? Есть тема с учителем географии. А нужна ли география, если есть путешествие? Да? Учитель географии доказывает с болью, что география – это великая наука. Да? Или у нас есть, например, учитель химии в школе. Она министр образования молодежного правительства. Понимаете? Она у нас есть молодежное еще правительство. И наш учитель химии, она министр образования в этом правительстве. Мы ей подготовили вопросы. Трудно ли быть учителем-министром? То есть мне надо задействовать учеников, мне нужно работать, продолжать с ними, да? Придет время, они выйдут за пределы школы, да? Вот это сейчас та работа, с которой мы работаем. Интервью, общение с людьми, опять же, да? Новые страницы школы открываются. Мы эти листы, которые выпускаем, и в учительской вешаем, и на детские стенды, где информация для детей. Посмотрите, учителя открываются с другой стороны. Они только сухари, которые на уроке вам руками машут. Да? Они еще и люди, которые очень много знают и очень много любят и увлекаются. Вот это наш нынешний формат. Пока мы в этом формате работаем. Да, это как байка среди учеников увидеть учителя в магазине. Не может быть, учитель находится не только в школе, он еще продукты покупает. Действительно, очень интересный формат, который можно проводить и в формате онлайн, поэтому, я думаю, его тоже могут взять на заметку наши сегодняшние зрители. Спасибо большое, Ирина Николаевна, за потрясающий наш сегодняшний разговор, за очень интересный, познавательный. Я уверена, что нас посмотрят сегодня учителя из разных регионов России и смогут масштабировать ваши идеи, какие-то ваши наработки, инструменты для своей деятельности педагогической. И я уверена, что она еще сможет дать плоды и в других регионах нашей страны. Большое вам спасибо. Передаю привет большой педагогическому составу и ученикам гимназии номер 33. А нашим зрителям напоминаю, что сегодня, буквально через час, нас ждет еще одна лекция из Пензенской области. Большое вам спасибо и до скорых встреч. Всего доброго, до свидания, спасибо.